Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в Москве принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 30-летию со дня образования Управления делами президента России. Руководитель региона поздравил начальника управления Александра Колпакова и его коллектив со знаменательной датой и поблагодарил за работу, которую они выполняют многотысячным коллективом. Управление в том числе за поддержку Карачаево-Черкесии поблагодарил Александра Сергеевича за помощь в организации данного мероприятия и вручил ему высшую государственную награду республики «Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой». Также государственные награды республики получили члены коллектива управления делами президента России, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии. В ауле Кубина открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев за освобождение Белоруссии Хмаре Дагужиеву, имя которого носит общеобразовательное учреждение. Рабочая группа во главе с сенатором Крымом Казаноковым приняли участие в памятном мероприятии. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Мероприятие началось с гимна страны и республики. Память солдатов, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания. На мероприятии присутствовали гости, общественные деятели, родственники Хмары Дагужиева, педагоги и ученики. Были интересные рассказы от сторожил аула, где все окунулись в историю. Всего в освобождении Беларуси участвовало 1438 жителей Карачаево-Черкесии. Один из них – уроженец Кубины Хмара Аслангиреевич Дагужиев, отдавший свою жизнь Белоруссии. На мой взгляд, самый яркий подвиг – это его последний подвиг, когда, не желая сдаваться врагу, он взорвал себя и своих врагов гранатой. Это подвиг, который демонстрирует мужество, героизм и патриотизм Хмары к своему отечеству. Сегодня его имя носит средняя школа и улица в родном ауле. Родился Хмара в 1920 году. Был призван в ряды Советской армии в 1939 году. Вскоре началась война. Дагужиев был отличным бойцом. Благодаря ему сбито с рельсов два паровоза, которые тянули на фронт вагоны с техникой и оружием. Хмара Дагужиев сделал много в боях, был храбрым. В отряде пользовался авторитетом. Все бойцы брали с него пример. Хмара всегда рвался в бой и просил как можно больше у командиров ответственных боевых заданий. Погиб Хмара героически в 1944 году. Ему было всего 24 года. Школьники с большим интересом слушали отрывки истории на митинге. Мемориальная доска – это напоминание нынешнему поколению о человеке, который является примером для каждого из нас. Дорогие родственники Хмары Аслангиреевича, уверен, что педагоги, учащиеся, приходя в школу и глядя на мемориальную доску, будут вспоминать об ответственности перед своей семьей, родиной и самим собой, будут служить примером истинного патриотизма. Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, процветания нашей стране и малой родине. Во время войны Хмара Аслангиреевич показал себя настоящим воином. Взрывал, пускал под откос поезда гитлеровской Германии. Наша школа носит его имя. И в дальнейшем мы будем с честью нести его имя. Имя Хмары Аслангиреевича Дагужиева. Директору и учителям вручили благодарственные письма от сенатора за патриотическое воспитание подрастающего поколения. После торжественного открытия доски присутствующие возложили цветы. Затем прошли в школьный музей, в котором хранятся альбомы о славном сыне Абазин, герое Беларуси, фотографии, рассказывающие о встречах в Пигановичах и Кубине. Учащиеся кубинской школы гордятся учиться в учреждении, в котором учился Хмара Дагужиев, и будут чтить память своего героя. Альбина Курачинова-Кенжева-Либастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. На площадке регионального народного фронта прошло обсуждение одной из наиболее острых для Карачаево-Черкесии проблем. Кто несет ответственность за несвоевременный вывоз мусора? Можно ли обязать обслуживающие организации более ответственно подходить к своим обязанностям? Как решить проблему стихийных свалок? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти эксперты из различных ведомств и общественных организаций. Подробности у Артура Мкце.
Проблема несвоевременного вывоза мусора для Карачаево-Черкесии не нова. Варианты ее решения периодически озвучиваются на самых разных дискуссионных площадках. Недавно вопрос по теме звучал в ходе прямой линии с главой республики. Представители регионального народного фронта также не первый раз привлекают внимание к проблеме, приглашая сотрудников ряда профильных ведомств и организаций совместными усилиями все-таки выработать единую концепцию в борьбе с теми, кто мусорит или не убирает. Общественники постоянно мониторят все очаги стихийных свалок и скопления отходов на официальных контейнерных площадках. Проблема в том, что наши управляющие компании делают вид, что придомовая территория, ее очистка, в том числе и вокруг контейнерных площадок, их содержание, как это здесь указано, их не касается. Резюмируя, ответственность за несанкционированную свалку, вне зависимости от того, в чистом поле она возникла или в городе, вне зависимости от того, вокруг она контейнерной площадки организованной и учтенной, либо в неположенном вообще месте вдруг организовалась, в первую очередь несет собственник этого земельного участка. То есть мы идем от земли. Понятно, что виновное лицо должно ликвидировать свалку, но установить его получается далеко не всегда, поэтому бремя ответственности падает на собственника территории. Но скоро можем прийти к тому, что все места складирования мусора будут находиться под видеонаблюдением. Тогда найти ответственных за тот или иной проступок не составит большого труда. Объем обращений большой, и, как правило, более половины обращений обоснованными, признаются обоснованными и заканчиваются принятием мер прокурорского реагирования. К региональным операторам вопросов много, работа ведется планомерно, опять же, где-то имеются объективные причины, по которым происходит сбой в работе региональных операторов, но, опять же, это не свидетельствует о том, что должны быть какие-то поблажки применены к деятельности рекоператоров. По мнению представителя природоохранной прокуратуры, к решению мусорной проблемы должны привлекаться и органы местного самоуправления, и управляющие компании. Наиболее действенной мерой видится не увеличение штрафных санкций, а неотвратимость наказания. Ведь если не ловить за руку виновных, любыми утвержденными на бумаге суммами никого не напугаешь. При этом в сельской местности найти авторов таких грязных залежей не так уж сложно. Прокурором указано на руководство министерства о том, чтобы не делали никаких поблажек органам местного самоуправления, так как все в основном свалки, которые расположены на землях сельского поселения, они образуются не в одночасье, это такой достаточно длинный процесс, и лучше, чем на местах, о нарушителях никто не знает. Задача таких дискуссионных площадок – обратить внимание общественности на серьезность проблемы. В данном случае и на вред экологии региона тоже. Быть может, тогда люди несколько раз подумают, прежде чем решиться на правонарушение. Или создателям стихийных свалок и недобросовестным обслуживающим организациям подобная картина куда милее. Артур Мухцалибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя, в горах со снегом. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах сильные осадки с порывами ветра до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0-5, в горах до 5 градусов мороза, а днем +4, +9 и местами до +3. В Черкесске ночью сильный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Очередной груз гуманитарной помощи военнослужащим из нашей республики, находящимся в зоне проведения СВО, формируется на базе регионального отделения Народного фронта. В рамках акции «Все для победы» ранее советниками директоров по воспитанию школ Черкесска совместно с детьми были изготовлены окопные свечи, которые давно проверены нашими защитниками на фронте. Они служат источником света и тепла. С их помощью можно сушить небольшие вещи, разогревать еду и напитки. Не остались в стороне и родители учащихся. С их помощью собран внушительный груз медикаментов, начиная с бинтов до серьезных лекарственных препаратов. В самое ближайшее время гуманитарный груз будет отправлен нашим бойцам в зону проведения спецоперации.
Сегодня школы города Черкесска привезли в Народный фронт в рамках акции «Все для победы» очень много гуманитарной помощи. Мы вот разгружаем и разгружаем более 100 коробок. Там окопные свечи, медикаменты, продукты. Эту помощь собирали учителя, дети, родители все вместе для того, чтобы это все отправилось участникам СВО на фронт. Также была проведена акция «Письмо солдату». Ученики школ города самостоятельно написали письма, которые мы сегодня также вместе с помощью передадим участникам СВО. Данный сбор проводили советники директоров по воспитанию школ города Черкесска, которые представляют проект «Навигаторы детства 3.0», всероссийский проект, в котором советники оказались победителями. В университете «Синергия» состоялось заседание научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии под председательством заместителя прокурора республики. Тема мероприятия – привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Транспортные средства очень плотно вошли в жизнь человека. Сейчас, когда машина не роскошь, а необходимость, нужно четко осознавать ответственность, которую берет на себя человек, когда садится за руль. С приветственным словом к студентам обратился заместитель прокурора Карачаева-Черкесии Аслан Дакшоков. Он отметил, что актуальность темы вызвана увеличением количества административных и уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения. Арсен Джашеев, начальник уголовно-судебного отдела Карачаева-Черкесии, в своем выступлении рассказал о привлечении к уголовной ответственности за нарушение этих правил. Мне, как директору, не безразлична судьба молодежи. Молодежь сегодня очень интересуется транспортом, хотят ездить. Но, к сожалению, не все знают правила дорожного движения и садятся за руль, за вождение машины. И иногда получается, что эти дети создают аварийную ситуацию. Свои доклады по заданной тематике представили студенты Северо-Кавказской государственной академии и университета «Синергия». В обсуждении работ приняли участие преподаватели вузов, студенты и представители научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии. Выступающим были заданы вопросы по теме их докладов. Студент второго курса университета «Синергия» Артур Махов во время выступления рассказал об особенности привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Эта тема в целом актуальна, потому что, к сожалению, у нас в республике это распространено. Мне, как будущему водителю, хотелось бы, чтобы дороги были безопасными, чтобы всяких бесправ не водилось там. И чтобы я чувствовал себя хорошо и не переживал за своих близких, когда они будут переходить дорогу. Члены научно-консультативного совета при прокуратуре Карачаева-Черкесии обсуждают актуальные вопросы применения закона не только в уголовном судопроизводстве, но и по другим вопросам. Они оценили проявленную инициативу студентов о внесении поправок в законодательство, регулирующее привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Растет количество дорожно-транспортных происшествий. Оно растет в связи с нарушением правил дорожного движения. Многие студенты сейчас имеют автотранспортные средства. Кроме того, встают вопросы, относятся ли к автотранспортным средствам велосипеды, скутеры и так далее. Мы услышали доклады, которые нас поразили, студентов, глубиной мысли. Я записала для себя прям отдельные моменты, те, которые мы внесем, может, даже в Генеральную прокуратуру в качестве инициативы изменения закона. Работники прокуратуры активно отвечали на вопросы студентов и педагогов. Много нового и интересного узнали участники заседания. Закончилось информативное мероприятие совместным фото на память. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Карачаева-Черкесия присоединилась к международному проекту «Код дракона». Кинотеатр «Чарли» на 2 дня стал местом притяжения для сотен воспитанников образовательных учреждений региональной столицы. Аниматоры, встречавшие их в фойе, предлагали ребятам принять участие в конкурсах и викторинах на знание мира дракона и различных народных преданий. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы, а затем стали зрителями познавательных фильмов. Режиссер одного из них, Мила Кудряшова, также является руководителем международного проекта. Она приехала из Санкт-Петербурга, чтобы представить свою творческую работу «Мой личный дракон». Как отметила гостья Карачаева-Черкесии, у разных народов существуют свои рассказы об этом сказочном персонаже. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире.